Всем привет, дорогие зрители из солнечной Алании, район Каркаджак. Дорогие зрители, я нашел такую квартиру, которую вы не видели. 4 плюс 2. В квартире есть турецкий хамам. Спальня просторная, гостиная просторная. Продавец знаете кто? Большой шеф-застройщик. Мой партнер. Так что смотрите. Цена очень хорошая. Расстояние отсюда до моря 320-330 метров максимум. Вот, он, оказывается, держал квартиру для себя. Хотели переехать, не переехали. Проект был сдан в 2016 году. Наверное, жена не захотела. Потому что квартира очень большая. Нужно за ней присматривать. Умная. Так. Огромная терраса. Здесь восточная сторона. Вид на горы, на соседнее здание. Кстати, смотрите, в горах снег. Видите? Так что в Алании тоже есть снег. В горах только. Так не падает сюда снег. Снизу у нас беседка, это вход, большая открытая парковка и бассейн. Вот бассейн, который работает. Айдат 150 лир. Так, входим в квартиру. 4 плюс 2 или 5 плюс 1, кто как хочет. Хочет так и сделать эту квартиру. Здесь два окошка таких интересных. Вот какая вот интересная планировка. Это что? Это я не понял, что такое. А, сломаю. Не знаю, как это закрывается. Роль ставни, что ли, там, да. Так. Во всех комнатах ламинат. Есть кондиционер фирмы Бека. У нас здесь где-то 30... чем-то квадратных метров. Закрыли двери. Обратно. Качественно двери. Здесь мне нужен будет фонарик. Лесенка у нас деревянная. Включаем. Вот прихожая верхнего этажа. С этой стороны у нас спальня. Скажем, первая спальня верхнего этажа. Угу. Немножко косый потолок. Большая, как минимум 14 квадратных метров. Окошко на горы. А, хитро придумал. Он знал, здесь построят здание. Когда спишь на кровати, чтобы видел только горы. Так и пятиэтажки разрешают. О, так. Угу. Кондиционер фирмы Бека. Здесь у нас первый санузел. Вот. Так. Мрамор. Моечка у нас. Угу. А здесь что? Тоже керамика коричневая. Есть вытяжка. Вот такое освещение. Света нету, так как абонемент еще не получили. Зеркальце, зеркальце. Что интересно, вот в этой спальне у нас отдельный гардероб. Покажем. Там санузел и гардероб. Так, покажем. Теперь раковина. Так, душевая кабинка. Здесь ничего не открывается. Да. Зеркальце. И тут у нас вот
шкафчики. Хорошо придумал. А куда одежду вешать? Да, вот сюда вешайте одежду. И тут у нас форточка. Все. Выходим на балкон. Ну, терраса. Это вторая терраса. Такая маленькая, не совсем большая. Вид на горы. Эта сторона у нас северная, эта сторона восточная. Значит, северная сторона более прохладная летом. Из-за этого надо спальню свою здесь сделать себе. Так, спускаемся вниз. Тут освещение на лесенках, если заметили. И вот. Прихожая. Встроенный шкаф. Та-танк. Вход в квартиру покажу. Лифт покажу. Чтобы потом туда-сюда не бегать. Проект был сдан в 2016 году. Еще раз повторяю. Такой лифт. Этаж третий, он как пятый, потому что первые два этажа здесь, в той стороне, считается как это, земенькат. Ага. Давайте сразу я вам покажу этот хамам. Интересно, зачем ему в хамам в квартире? Вообще. Мраморная мычка. Угу. Так. Во-во-во, хамам-хамам сделал. Садишься и кайфуешь. И вытяжку вот поставил, окошко, форточка, все есть. Деревянные двери. Просто красавчик. Наш имитбей. Куда теперь? Начнем с этой стороны. Большая спальня на нижнем этаже, это уже третья спальня. Как минимум 16 квадратных метров. Кондиционер, инверторная фирма БК. Здесь у нас балкончик. Две террасы, один балкон и еще там. Короче, 4 балкона, скажем. Две балкона, две террасы. Здесь еще ничего не будут строить, потому что новые плантации. Да, использовал хорошие стройматериалы. Здесь керамика, а в спальнях. И это у нас четвертая спальня. Здесь как минимум 13,5 квадратных метров. Тот же вид. На Gold City, и на горы, и на это здание. И на птички в облаках. Для дочки, наверное. Так. Гостиная комната, совмещенная с кухней. Он хотел вроде его отделить, потом передумал. Сказал, что это вся кухня. Не хотел, чтобы здесь была гостиная. Я говорю, ты чё? Здесь такую территорию, кухню можно сделать. Все для жены, сказал мне. Все для жены. Так. Кухня. Нужно обставить мебель, бытовую технику, все. Обойдется где-то для этой квартиры как минимум 5000-8000 евро, потому что она большая. И здесь у нас огромный балкон. Вид на море еще есть. Там у нас кладбище, из-за этого вид не закроется. А здесь когда-то что-то, если построят, кусками будете видеть море.
Вот отсюда, например, видно вот в этой стороне. Так как дорога, там уже вид не закроется. Самое главное, цена этой квартиры. Дорогие зрители, цена квартиры 205 тысяч евро. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-91-10. С вами была Гасси, Солнечная Алания, район Каркаджак. Квартира нашего партнера. Для себя строил, не продавал сейчас, так как жена не захотела, вынужден продать. А то его развод там все. Поняли, да, дамы? Всем пока-пока.